Первая волна десанта высажена, и плацдарм для обеспечения наступления очищен. Основная штурмовая группа готовится идти в бой. В этот момент ракета боевиков попадает в одну из БМП. Последствия тяжелые. Двое солдат погибли, 6 ранены. Раненых бойцов немедленно эвакуируют, а по огневой точке боевиков наносится удар. Потери не могут остановить наступление. Штурмовая группа идет вперед. Передовой танк проводит разведку боем. Попадание противника. Еще одно. Thank you.
Боевые машины, идущие следом, подавляют и уничтожают огневые точки. Поэтому третий выстрел боевики делают уже не прицельно, сильно промахнувшись. Танк поддерживает огнем артиллерия. Вслед за танками двигаются машины с десантом. А на трассе танки продолжают огневое прикрытие пехоты. Условия крайне тяжелые, как для машин, так и для людей. Высокая температура и напряженный бой вынуждают танкистов при первой возможности делать краткие передышки. Для этого они останавливают танки в безопасных, находящихся под охраной пехоты местах. Плотный огонь танков и БМП не дает бандитам шансов контратаковать и остановить высадку. 7 места возможных засад расстреливаются.
Прежде чем высадить пехоту, боевые машины зачищают местность своими пушками. Высадка пехоты завершена. Солдаты приступили к освобождению района. А машины вновь уходят за подкреплением. Ну и на обратном пути они обеспечивают огневую поддержку наступающим. Агентство «Анна-Ньюс». Марат Мусин, Василий Павлов, Андрей Филатов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия.